До скорого. Спасибо. Вот, я на самом деле болею, ни сил, ни памяти у меня нету, поэтому я прошу прощения за невольный гапр. А сейчас я хочу спеть песню, которая, собственно, из той же истории родилась, что все мои эти беседы с бабушкой, потому что эти все беседы перебежались, ну, по просмотру сериалов. Регулярно, и бабушка говорила, что вот сейчас будет такой сериал. Она была вот точна, как часы, вот, пришла их смотреть. Вот. Я немножко досадовала, думаю, какие тут сериалы еще. Понимала вообще, в чем дело тут. Жизнь человека рассказывает. Вот. Вот она. И, в общем, родилась песня «ТВ бабушки». Кто-то рыщет в сети интернет, кто-то геймер со стажем. Бабушки смотрят ТВ-концерт, бабушки не сомневаются, даже они переживают, а Бритни Спирс костерят Собчак и Лужкова. Они пьют волокордин, зайдя за разводом певца Николая Паскова. Бабушки знают о всех новостях, внука стращая маньяком кровавым. Они верят в силу медийного слова и в избранность всех проходимцев в лукавах. И им не докажешь, что тут подсадной, я убийцу попреданно шли через кастинг. Бабушки верят всему, наивные чистые души, и это их праздник. Киллеры, геи, бомжи, монархи, кто наполняют случайные лица? По сериалам они познают олигархов, а по криминальным программам столицу они занимают скамью подъездов и рядят, что нынче евреи в президентах, а спонсор ток-шоу туда на вечеринке от порчи из глаза купил все патенты. Поколение, видевшее войну, голод тиранов, судьбу маргиналов, крушение страны, потерявшие дважды всю жизнь, их страшнее любых сериалов, выжившие, но так легко побежденные чудом техники, падшие со странным упорством, глядят в пустоту и уходят одна за одной в мир, который и по ТВ не покажут. Значит, я тогда... Вопросы задавайте. Ну да, пожелания и вопросы. Пожелания об исключительной песне тоже принимаются. Весна? Весна. Вот я весну, к сожалению, сейчас не осилю. Это очень энергоемкая песня. Вот. Я только о ней хочу рассказать. Она была написана в 2000 году. Вот, после перерыва большого в концертной деятельности, год для меня это был большой перерыв, было какое-то переосмысление. Вот, у меня написался блок песен, который вот и весна, она была кульминационной для этого блока. И моя, кстати, потом вошла в альбом «Очарованный странник», который я тут выложила в ритуале. Ну, песня, да, одна из таких, наверное, самых светлых моих песен.
Ну, я все-таки сейчас ее успею, не рискну. Не, ну если вот брать о самом начале, об истоке вообще всего, то они, конечно, помогают, потому что дети, они, собственно, дети – это мои самые лучшие учителя. Они постоянно мне напоминают о том, кто я есть на самом деле. Вот. И, во-первых. Во-вторых, дети – это всегда радость. Если, в общем-то, эту радость оценить, то из нее можно много извлечь и радости, и энергию для творчества уж как в том числе. Вот. А в-третьих, еще у меня сейчас Ульяна пошла учиться, она наконец-то, ну, она поступила в музыкальную школу, вот, и вот скоро 6 лет будет, и она сейчас уже учится, и она уже на пианино играет, и мы постоянно с ней занимаемся. То есть каждый день я подхожу к пианино и хочу сказать, что это мне помогает в прямом смысле, потому что я все вспоминаю, что когда-то сама обучала, вот, чтобы с ней вместе там разбирать это все. Так что, ну и мы с ней постоянно там поем, что-то импровизируем, она там уже сочиняет какие-то очень смешные песенки. Вот. В общем, я думаю, что недалек тот день, когда мы что-то вместе будем там со сцены исполнять. Так что да, в общем, помогает. То есть все вот то время, которое я на них затрачиваю, оно на самом деле, оно никуда не пропадает. То есть то время, которое бы я могла делать что-то еще, оно, ну, несмотря на эту занятость, оно дает какую-то вот, не знаю, правильную настройку, во-первых. Во-вторых, оно дает концентрацию. Когда у меня время появляется, за сжатые сроки я делаю то же самое, что делала бы за более растянутые. Вот. Может быть, я, ну, на гастроли езжу там 2 раза меньше, чем езжу при детях, но я думаю, что везде на все есть Божий промысел, значит, это не случайно, и это опять-таки бережет какие-то мои внутренние резервы. Вот. А у них есть твоя? У них, они ужасно любят песню про квартирку. Кстати, старая песня. Я сейчас и спою. Это песня, которая была написана в 1994 году. Вот. Несмотря на крамольное слово «папироска», которое там содержится, вот, я все равно, как бы они все равно ее просят, и я пою им ее, в общем.
Юлия Тюнико, вот, видите, мы узнали, что любит какие песни Юлия, любят ее дети. Ну, они не только это. Ну, понятно. Важно. Ну, цель чуть-чуть, хоть чуть-чуть, вот, как-то понять лучше творчество авторов, которые сегодня здесь выступают. Вот, я еще хотел сейчас на сцене, кажется, Алексей Воронин. Знаешь, у нас вторая часть, такой уже блиц. То есть каждый автор может спеть что-то, то, что считает уже самым важным. Но я положил тему, какие песни он считает, в принципе, хорошими. Но, опять же, каждый может по-своему это обыгрывать. Я хотел сказать, что на самом деле вот сама идея того, что здесь затевалось, ну, она, наверное, прежде всего тем, что Павел Бедосов как-то говорил, что как интересно было сделать как-то вот так вот. Он чуть-чуть по-другому это подносил, но не важно. Важно то, что на самом деле есть такая проблема, что вот для такого рода творчества нужен, в общем-то, профессиональный слушатель, на самом деле. Потому что, ну, некий багаж должен быть у слушателя, и мы просто сталкиваемся с такой проблемой, что, ну, то, что так называемое там более попсовое, да, но вот рассчитано на некий такой средний уровень, даже чуть вот как песни про TV бабушек, такой уровень TV бабушек. А я считаю, что, ну, слушатель действительно такая профессия, это очень важная роль каждого слушателя, и поэтому часто именно музыканты становятся самыми лучшими слушателями, вот наши коллеги, потому что, ну, они часто понимают вообще всякие вот, как, знаете, вот в живописи есть же специалисты, искусствоведы, которые там могут про какую-то картину известную рассказать столько, что там простой человек об этом даже не догадывается. И то же самое, я считаю, такого рода песенном творчестве авторском Алексея Хадиева. Вот. И еще есть дефицит, ну вот опять же, как искусствоведов, вот, не знаю, песеноведов, вот таких вот профессионалов, которые могли бы действительно вот профессионально и очень хорошо бы вот как-то раскритиковать, как критики музыкальные, которые могли бы что-то рассказать. Этого очень не хватает на самом деле, потому что часто вот Павел точно говорил, что поешь песни, непонятно вообще, то есть ты спел новые, там, тебе кажется, что ты, вот, как или Алексей говорил, ну, друг на друга влияем. Вроде там кажется, что такое открытие, а как-то непонятна вообще реакция зала, и кому-то это хоть что-то дало, хоть что-то открыло. И на самом деле это действительно очень важный момент творческой жизни, как я считаю, может, Алексей тоже об этом скажет. Вот именно отклик слушателей, и мы, вот может быть, это такой шаг, может быть, кто-то по этому пути пойдет, такого профессионального разбора, но очень такое, это очень такое, конечно, важное, но тонкая вещь. И требующий очень большого, мне кажется, тоже таланта. Дим, слушай, а можно вот к тебе такой вопрос? А вот как ты человек, ну, достаточно взрослый уже, да? Вот скажи, вот на твоей памяти вообще культура слушания песен поменялась? Ну, с того времени, как ты начал слушать? Дим, давай песню? Потом, я... Ладно, хорошо. Извини. Хорошо. Алексей Воронин. Проблема. Мой опыт доказывает, что, как ни странно, самыми полезными бывают отклик, когда действительно на самом деле видят недостатки, которые ты сам не замечаешь. Поначалу это вызывает жуткое неприятие, и причем это неприятие становится персонифицированным. Того, кто тебе это сказал. Я помню, что, например, несколько лет назад я записывал альбом Джимми Келли у Ромы Насиба. Он человек с консерваторским образованием. Он делал аранжировки для моих песен. И он мне на первой же записи сказал: «Алексей, что у тебя такое вообще? Фаршлаг». Ты, говорит, хыкаешь, кыкаешь, там, пыкаешь. Я был возмущен до глубины души. Я уже к тому времени записал там 5 или 6 альбомов. Я уже считал, что я такой вообще супер, значит. Вот, а он мне обратил... И никто, ни одна... Слово приличное беру, да, из звукозаписывающих людей. Никто не обратил внимания на эффекты фикции. На то, что надо, в общем-то, работать над произношением. И, собственно, я до сих пор над этим работаю. Я думаю, что каждый из... Но музыкантов над этим работает постоянно. Вот. Ну, что кому-то дано, у кого-то есть профессиональное образование, у кого-то поставлено, да. А у меня вот нет ни музыкального, ни вокального образования. И, хотя очень давно и с гитарой, и с песней.
Вот, и поначалу у меня была вот реакция просто глубокого возмущения, да, а потом я послушал себя со стороны какие-то вещи, понял, что он прав во многом, стал над этим работать. Вот. Ну и приятное, доброе слово тоже, конечно, бывает очень приятно, оно поддерживает и вдохновляет. Вот, что я хотел спеть. Но я хочу спеть такую песню, которую, например, когда я...